За активное участие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации в городе Крымске Краснодарского края группа наших земляков награждена медалью за спасение погибавших. Всех достойных медалей работники клинической больницы номер 1 Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Высокие награды в год культуры получает целый ряд представителей Донского культурного сообщества. Свой вклад вносят жители Дона и подготовку олимпийских побед России. Среди награжденных тренер, преподаватель областного училища Олимпийского резерва Валерий Васильевич Сретенцев. Это один из лучших специалистов Ростовской области и в целом по России по легкой атлетике. За последние 5 лет он также работает тренером сборной команды России по женскому и мужскому многоборью. Государственными наградами отмечен труд работников сельского хозяйства, здравоохранения. Наши земляки также удостоены медали Минобороны Российской Федерации за возвращение Крыма.